Обычно выбор интраокулярной линзы зависит от образа жизни пациента, его предпочтений и результата, который он хочет получить после операции. По своей сути, искусственный хрусталик интраокулярная линза является оптическим прибором, как и очки, как и контактные линзы, но он помещается внутрь глаза. Интраокулярные линзы делятся на две группы – монофокальные и мультифокальные. Монофокальные интраокулярные линзы, самые распространенные, самые простые, имеют одно фокусное расстояние. Например, если вы хотите видеть вдаль без очков, иметь хорошее зрение, то для чтения и для компьютера вам понадобятся очки. И наоборот, для того, чтобы читать без очков при имплантации монофокального хрусталика, вам понадобятся очки для дали после операции. Монофокальные линзы могут быть асферическими и сферическими. Асферическая линза за счет дизайна поверхности дает более качественное изображение. Мультифокальная линза, в отличие от простой монофокальной, имеет на своей поверхности несколько оптических зон, за счет которой происходит фокусировка предмета на различных фокусных расстояниях, и вы можете обходиться без очков после операции. За счет сложной оптики этих линз формируется новое зрительное восприятие, к которому пациенту необходимо привыкать. Особенностью восприятия является появление так называемых гало- и глэйр-эффектов. Это бликов и радужных кругов вокруг источников света в вечернее время суток. Привыкание к особенностям мультифокальной линзы зависит от типа центральной нервной системы пациента и очень индивидуально, может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев. Мультифокальные линзы имеют ряд противопоказаний, которые обговариваются в каждом конкретном случае с врачом индивидуально, в зависимости от состояния глаза. И для пациентов с астигматизмом существует особый вид линз, торические, для коррекции астигматизма. Они также могут быть моно- и мультифокальными.